Вообще, я считаю, что быть женщиной – это огромный подарок от отца. И наш пастырь Андрей любит говорить такую фразу, что «благодарю тебя, отец, за то, что я родился мужчиной». Я, в свою очередь, могу сказать то же самое. Благодарю тебя, отец, за то, что я родилась женщиной, потому что я считаю, что одной из важнейших и сильнейших ипостасей Сына Божьего – это быть женщиной, это женщина. То есть женщина, она является реально порталом воплощения. Вот, поэтому ты можешь навоплощать свою жизнь абсолютно все. Потому как ты являешься вот этим воплощением из невидимое, то, что переходит в видимое, физически видимое. Поэтому, конечно же, вот сейчас идут эти праздники, рождественские, новогодние. И я считаю, что это, знаете, возможно, один из самых волшебных моментов, когда ты реально начнешь что-то воплощать в свою жизнь, в жизнь своей семьи, в жизнь своих детей. И поэтому я как женщина, как мама, бабушка, жена, я прямо сейчас я преломляю свое женское счастье на каждую из вас. Пусть прямо сейчас ты даже можешь набрать вот полной грудью, мы сейчас много так говорим за дыхание, ты можешь полной грудью набрать это, вдохнуть славу и выпустить ее в любой круг своей жизни, во весь круг своей жизни. Пусть вообще вся твоя жизнь, она просто расцветет. Это будет реально чрезвычайная, необычная, насыщенная жизнь полноценной женщины. И давай мы сейчас вместе с тобой это сделаем. Вдохни эту славу и просто выдуй хвалу, эти чудеса в свою жизнь. В жизнь я хочу, чтобы ты сейчас начала видеть своих детей, свою семью, чтобы это реально началось воплощаться. Все твои, может быть, знаешь, самые-самые смелые мечты, все, что ты даже, может, боялась себе пожелать в Новый год, пожелай это сейчас. Я верю, я знаю, что эти чудеса, они реально проявятся для тебя. Потому что, знаете, даже мирские люди, они поняли, что есть такое, знаете, какое-то коллективное, духовное, какая-то субстанция, которая как-то влияет на исполнение желаний. И когда по всему лицу Земли, в разных народах, континентах, сторонах, от севера до юга, от запада до востока, люди начинают жить этим предвкушением чуда, счастья, оно очень сильно начинает реализовываться. Поэтому давай мы вместе с тобой сейчас помечтаем. Мы начнем видеть до того момента, пока твое сердце, оно не воспламенится радостью. Халилюя, Отец, я благословляю всех моих сестричек по всему лицу земли. Я благословляю, я преломляю свое женское счастье быть счастливым человеком на каждую. Я просто дышу славой в твою жизнь, чтобы все твои мечты, они обязательно стали явью. Я благословляю твоих деток. Пусть они будут всегда здоровы, пусть они будут всегда быть для тебя таким большим-большим моментом наслаждения, даже какой-то материнской гордостью, что у тебя такие славные благословенные дети. Я благословляю отношения с мужьями. Я благословляю ваш дом. Пусть это будет реально полная чаша, полная любви, взаимопонимания, уважения. Пусть реально этот год, 2024, станет для тебя просто переломным. Я благословляю, благословляю, и пусть придет еще большая слава во всю твою жизнь. Аллилуйя.